Устали? Спасибо за поздравления. Усталости? Да нет, в целом не ощущается особо. Довольны своим выступлением? Абсолютно недоволен. Ужасное выступление сегодня показал я. Вот. Эмоции только негативные касаемо меня самого. Даже золотая медаль из титула чемпиона не повысили вашего настроения? Ну, конечно, приятно, что впервые выиграл чемпионат России, но я выиграл не так, как хотел. Вот, хотелось все-таки поднять результат, на который готовился, который был готов, но почему-то не получилось. Я думаю, что тренер тоже не очень доволен, потому что все-таки мы работали на какой-то конкретный результат, а тут не сложилось. Поэтому радость, она не только в призовых местах, а все-таки хочется как-то реализоваться. Поэтому. А вообще, как для вас складывался этот год? Выступал еще на Кубке России, занял первое место с результатом тоже примерно таким же, ну чуть-чуть побольше, 160 в рывке, 200 в толчке. Вот. Даже лучше было выступление, чем сейчас, хотя тоже немного неудачно получилось. Ну, знаете, все-таки Кубок России и звание чемпиона за год – это неплохо. Неплохо. Немного радости, говорю, есть за то, что все-таки первый раз выиграл, но как бы хотелось бы поднять результат. Это важнее намного. Был бы рад занять не первое место, но поднять больше, чем то, что имею вот сейчас.